Ну и, наконец, Александр Свитлик сегодня зашел на Авито для того, чтобы подобрать себе новую красивую вешалку домой и наткнулся на различные несовпадения и парадоксы. Саша Свитлик подобрал самые дорогие и самые дешевые товары, которые можно купить в нашем городе. Кроме того, самую высокооплачиваемую и самую низкооплачиваемую работу. Купи-продай, купи-продай. И самурай! Это «Купи, продай и самурай». Сегодня ты сам узнаешь, кто ты. Король жизни или просто король подъезда. Самые дорогие и дешевые кировские товары с Авито. Начнем с самого бюджетного вятского авто с Авито. И сразу оговорюсь, нам никто не платил за рекламу объявлений. Итак, в машину в Кирове ты можешь позволить уже 6000 рублей в кармане. Причем машину не битую. Ну а если до зарплаты совсем далеко, можно умудриться взять эту машину в кредит. Теперь к самому дорогому авто с кировского Авито. Стоит оно почти 7 миллионов, но всего за пару недель, несмотря на большую сумму, это объявление открыли почти 14 тысяч человек. Открывали не столько, чтобы купить, а чтобы узнать, кого лично обзывать мошенником, бандитом и ворищем. А вот и самое дорогое в Кирове жилье с Авито. Уютная 9-комнатная квартирка за 35 миллионов рублей. Средняя зарплата в Кирове 23 тысячи рублей. Выходит, что для покупки этого жилья средний кировчанин должен потрудиться каких-то 127 лет. Программа «Доступное жилье» в действии. А вот и самое дешевое жилье – однушка в Мурыгино за 100 тысяч рублей. Именно за эту сумму можно стать обладателем недвижимости, а самое главное – купить гордое звание «Мурыгинца». Ну и вы спросите, кто же может позволить себе все вышеперечисленные позиции? Открываем раздел с самыми высокооплачиваемыми вакансиями. И самые большие зарплаты предлагают, как вы думаете, кому? Кировским таксистам! Так вот, оказывается, как можно нажиться, не отдавая сдачу от заказов. Это была рубрика «Купи, продай и самурай». Мы следим за кировским товарооборотом.